Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Сегодня 28 мая. Приближается лето. И как хорошо и приятно быть нам с вами вместе. Для меня это великая радость и большая честь молиться с вами этим утром и смотреть то, что говорит Слово Божие. Слово Божие живо и действенно, и оно продолжает творить Божью волю в наших сердцах. Когда мы изучаем его, когда мы углубляемся в него, мы освящаемся. Йешуа молился о том, чтобы Господь осветил нас истиной своей. Слово Божие, истина есть. Мы в преддверии лета. Время отпусков, время, когда мы планируем наши дела, наших детей мы хотим отправлять в пионерские лагеря. У нас всевозможные мероприятия намечаются. Это время мы желаем проводить. На природе мы желаем отдыхать, и мы сейчас уже планируем его. Мы планируем его почему? Потому что мы свободны в своем выборе. Мы вправе выбирать, поехать нам туда или туда, сделать то или то, потому что мы свободны. И сегодня, друзья, я хочу говорить именно о свободе. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна. Это у нас 8 глава с 30 по 36 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Йешуа к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Йешуа отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Удивительный отрывок, не правда ли? Йешуа проповедует Евангелие Царства. Люди уверуют в Него, но после этого они говорят: «Мы никогда не были рабами». Удивительно. Те, которые 400 лет были в египетском рабстве, говорят: «Мы никогда не были рабами». Интересно также то, что на период, когда был этот диалог, израильский народ пребывал под римской колонизацией. И любой римлян, он имел право, возможность, римский солдат, взять еврея и принудить его к определенным работам. Но они говорят: «Мы никогда не были рабами». Йешуа предлагает им свободу. Но для того, чтобы принять эту свободу, им надо было сделать один единственный шаг – осознать то, что они являются рабами. Это очень интересный момент. И если мы посмотрим это местописание дальше, то мы увидим, что окончанием этого разговора Йешуа говорит им: «Вы дети дьявола». Потому что люди не захотели, уверовавшие иудеи, которые увидели в нем Мессию, они не захотели осознать свое рабство. Понять, что им нужна свобода, которую предлагал им Йешуа Мессия. Вы знаете, мне это напоминает наше покаяние, призыв наш к Богу. Мы не можем прийти к Богу, призвать Йешуа в свое сердце до того момента, пока мы не осознаем, что мы в грехах, в том, что мы нуждаемся в прощении. И вначале мы каемся, а потом призываем Йешуа Господа. И Йешуа, он давал эту возможность этим людям.
давал возможность быть свободным. Единственным, что ему надо было сделать, откликнуться на его призыв. Так устроено Богом мироздание, что существует два царства. Царство Бога и царство тьмы. И человек выбирает, где ему быть. Или там, или там. Интересно то, что в царстве тьмы человек является рабом. Интересно также то, что мы видим в Писании, что в Царстве Божьем зачастую ученики также называются рабами. Но это не рабство. Это рабство, которое приведет к истинной свободе. Потому что когда человек говорит: «Да, я раб Божий, я признаю в своей жизни то, что Иешуа есть царь и господин, то, что он управляет мною, я смиряю себя, я говорю, я раб Божий», это делает его автоматически сыном или дочерью Бога. Иешуа пришел на эту землю, чтобы мы имели в нем усыновление, чтобы мы имели в нем привилегию предстоять пред Богом, чтобы мы в нем имели свободу, и он эту свободу дает нам через понимание нашей нужды, понимание того, что мы были рабами и нуждаемся в Иешуа. Вы знаете, в наше время христиане зачастую в некоторых сферах своих жизней думают о том, что они свободны, но в их жизни порнография, алкоголизм, игромания, чревоугодие, и Иешуа хочет им дать свободу. Но для этого надо понять и сказать: «Да, в этой сфере жизни я имею проблему, и это есть первый путь к этой свободе». Друзья, сегодня я хочу, чтобы мы поняли то, что мы можем быть свободными. Иешуа призывает нас к свободе. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Он есть путь, он есть истина, и он есть жизнь. И если сегодня у вас в жизни есть какая-то проблема, идите к нему, и он сделает вас свободными. Если сегодня вы имеете понимание, что когда-то вы не сделали этот шаг, идите к нему, и он освободит вас. Давайте мы склоним наши головы и помолимся, чтобы в нашей жизни приходило понимание свободы в Иешуа Мессии. Авину Шевашимая, Отец наш Небесный, Святый Израилев, во имя Иешуа Мессии мы превозносим и славим Твое святое имя. Ты великий Бог, Ты достославный Бог, и Ты пришел на эту землю, чтобы мы были свободны. Свободны от греха, свободны от проблем, Господь. Ты хочешь вести нас в свое царствие, Ты хочешь осветить нас своей истиной, чтобы концом нашей жизни была жизнь вечная в небесах с Тобою. Отец, я прошу Тебя во имя Иешуа Мессии, чтобы мы имели это понимание. Я прошу Тебя, чтобы мы имели это стремление к Тебе. И, Боже, в тот момент, когда Ты будешь стучаться в любое сердце, мы смогли сказать: «Да, Господь, мы нуждаемся». Мы нуждаемся, мы осознаем, что есть моменты, которые нас надо менять. Потому что, Боже, если мы сегодня говорим, что в наших жизнях мы уже всего достигли, то это говорит о том, что у нас проблемы. Боже, я не говорю, что все мы пребываем в рабстве, но я говорю, что Ты есть Тот, Кто освящает и даешь свободу. Боже, я желаю быть свободным в Тебе, и я желаю, чтобы мои братья и сестры также были свободны в Тебе, потому что мы благословлены Тобою, этой свободой, Господь. Да будем мы исполнителями Твоей воли, да будем мы ходить в свободе от греха, да будем мы ходить в радости Духа Святого. Благословен Ты, Бешем Иешуа Машихейну. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.